Итак, продолжаем. Surprised to be here as you are. We were not intended to support the invasion of Italy, but after steamrolling inland in what looked like an easy victory. Операция Лавина. Clark's men have been subjected to fierce counterattacks and are taking heavy losses. The Germans withdrew their supply lines all along the Amalfi coast, forming staging areas to support surprise counterattacks. The largest of them is located here, near the Pestum archaeological project outside Salerno. The Germans are dug in and well protected among the ruins. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communication center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munition stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okay, dismissed. Итак, вторая миссия под названием «Лавина». Поехали. Так, выкладка. Теперь можно брать еще МП-40. Но знаете, что я возьму? Я Томпсон опять возьму. И опять возьму карабин, потому что их надо добить. И затем, когда я добью карабин, допустим, я возьму уже какое-нибудь другое оружие, я думаю. Так, ладно, поехали. Принять выбор. Теперь эффективность в бою 3. Будем играть... воевать уже против итальянцев. Покажите мне человека, который выпрыгнет из самолета, и я покажу вам солдата. Генерал Джеймс Гавин. Так, погнали, погнали, погнали. Так, погнали. Что нам надо... Где нам надо приземлиться-то? О, а, понял. Сейчас все сделаем. Итак, посадочка... Ну, такая, более-менее. Хотя бы все ХП я сохранил. Так, что делаем? Это надо туда дойти. Ладно, погнали. Так, для начала я возьму карабин. Так, надо искать их топливное хранилище. О, фак. Ладно, буду действовать тогда последовательно. Как я ему снес каску, если я стрелял... Да, если я стрелял ему в тело. Ну ладно. Уничтожьте склад боеприпасов. Ясно. И опять все ХП просрал. Готов. Блин, там опять немцев дохерища. Тут, кстати, для разных гранат еще разный уровень. А где все наши-то? Так, что-то беда. Надо Томпсон брать.
Найс. Привет. И тебе привет. Все, вроде всех убил. А, нет. Тут еще есть. Фак! Нет, охереть, слушайте. Возможно, я, может, тут не так понял, но мне кажется, средняя сложность чересчур сложная. Ну, я говорю, мне, конечно, может и показаться, но я так не думаю. Не, ну, это реально несерьезно. Ну, что это такое? Плохая посадка. Да идите в жопу. Еще я тут буду посадки выбирать. Опять что ли пробиваться? Да ладно. Ну в этот раз я тупо Томпсон возьму и пройдусь по ним. Найс. Ага. Ох. Полное дерьмо. Ну в этот раз все нормально будет. На этот раз я уже знаю, что надо делать. Надо было с этим Томпсоном давным-давно уже зайти. У меня постоянно с ХП проблема. Аллилуйя. Ну, на этих ждать, на этих надеяться, я думаю, бесполезно, да? Лучше самому зарашить. Там еще один. Готово. Еще ХП дали. Так, забираем. И валим оттуда. Все, склад боеприпасов уничтожен. Ой! О, да. Ну, нормально. Все, нормально. Кстати, у меня у Томпсона почти что последняя звезда готова. Последняя медаль. Так, куда дальше идем? Давайте дальше сюда. Подорвите топливные баки. Блин, они убегают от них. Кстати, у меня опять с ХП проблем. Еще бы немного и смерть. Фак. Там где-то крутой мужик со снайперкой. Давай, 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 давай. Надо прямо в спину к ним зайти. Фак, нет. И у меня патроны кончились. Нихера! Я даже не ожидал чувака тут убить. Все, всех убили, да? По-моему, мы всех убили. Так, о, G43. Давайте я вместо Томпсона возьму. О, Гевер 43, найс. Но сначала я добью уровень тут. Так, а как их уничтожать? Просто выстрелом, да? А не проще тогда вот так сделать? Или вот так надо? Видимо, так. Ага.
Так, и вот этот еще. Давайте еще. О, все нормально. Так, погнали дальше. Руины Пестума захвачены. Отлично, спасибо. И очередной чекпоинт. Так. Нет, спасибо, я лучше пройду к ним. Ну вы там, союзники, вы хоть зажимайте их. Так, тихо. Треворс не может сюда запрыгнуть, да ладно. А, во. Тут надо целую процедуру сделать, чтобы он запрыгнул. О, фак. Найс. Спасибо, союзники, спасибо. О, черт. Нет, нет, иди в жопу. Заеб... Вы видели? Вы видели? Меня убили через камень. Меня сейчас через камень убили. Серьезно. Да. Кстати, совет вам один дам, если вы захотите поиграть в эту игру. Если вы будете высаживаться очень далеко от там, где, от того места, где ваши союзники, то вы можете попасть в самую задницу, я вам гарантирую. Я только не понимаю, зачем чекпоинт делать на парашютах. Какой в этом смысл? Ну ладно, им виднее. Да хера ли происходит? Ой, бля. Срочно. Я так больше не могу. Управление. Рукопашное. Рукопашное на А? Ладно, я сейчас попробую. Вау, он пинаться умеет, нихера себе. Блин, просто вы понимаете, немцы, они... Ёбы. Ну, они тупо тебя в рукопашную уже забивают. Ну. Тихо, тихо, вот я про это и говорил. А, вот и рукопашная атака. Кстати, я помню, я нажимал на А, и ничего не происходило в этот момент. Ладно, я не буду с ними на этот раз воевать, потому что мне не туда, а вот сюда надо. Отключите связные антенны. Вот это по мне уже. Кстати, гранаты в свое время я прокачивал именно рукопашной атакой. То есть я брал в руки гранату и тупо рукопашкой забивал врагов. И засчитывалось. Еще. Все? Я просто... Пытаюсь разобраться тут, в какую сторону идти, но, видимо, вниз, что ли? Походу, вниз. Да, кажется, сюда. Там, где есть враги, значит, точно туда идешь. Ориентируйся просто на врагов. Чем их больше, тем вернее твое направление. Я это понимал еще с первого Far Cry. Да идите в жопу, фрицы ссаные. Да елки-палки. О. Чё за херня? Откуда меня нашивают? Кстати, они же здесь еще гранаты умеют кидать, я хотел заметить. Точнее, заметил уже. Так,
Да они их и не особо плохо кидают, кстати. Найс. Что мне делать с врагами? Минус. Они там окопались уже. О, хп дали. Спасибо, добрые люди. О, все, последняя медаль. Гранатомет. Запуск гранат. Нет, спасибо. Я, конечно, понимаю, это круто, но... Я теперь покачаю другое оружие. Но карабин теперь у меня может гранатомет использовать. Найс. Этот чувак кинул гранату рикошетом в нас. Так, можно-то на МП-40 заменить. Я МП-40 еще, кстати, не качал здесь. Бляха-муха. Найс. Хорошо, грены кидайте, чуваки. На. Ну я их так более-менее оттеснил. Не сильно, но оттеснил. Ой. Слушайте, здесь тупо одни гранаты. О. Спасибо за КПМ. Так. Я уже добегу, наверное, до сюда. Дерьмо. Ёб твою мать, опять. Только не говорите... А, здесь же чекпоинты по-дурацки сделаны, да? Да, здесь же летать всегда нужно. Вау. Только не говорите мне, что мне опять через них сейчас пробиваться придется. Пожалуйста. Мне это так надоело уже. Вот, кстати, в плане... А, и у меня карабин вновь не прокачан. Ну, конечно. В этом плане, кстати, игра реально идиотская, но в плане респаунов, потому что чекпоинт, что есть, что его нет. То есть тупо задание выполнил, тебе дают чекпоинт с тем, что это задание выполнено. Все. А если бы я взял сложность случайную, это легкая или нет? Не, ну я бы, наверное, в любом случае на норме играл, но просто уже для галочки. Случайная сложность. Это нормал или нет? Видимо, это нормал. Ой, это изи, точнее. По-моему, это изи должна быть сложность. Да вы серьезно, что ли? Ружье, кстати. Кстати, ружье. Да твою мать! Так, тут МП-40. О, ружье. Давайте пробуем ружье поиспользовать. Я его еще ни разу тут вообще не использовал. Нет, 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 не надо. Я не понимаю, куда мне стрелять сейчас. Как я говорил, мне в глаза светит солнце, поэтому я не вижу, где здесь немцы, а где нет. Да твою мать, вы что делаете-то? О. Все, минус. Это уже переходит все границы. Надо что-то с этим делать.
Хочешь не хочешь, надо прорываться уже начинать. Где там мой карабин? Давайте я уж добью его. Где? С прыжка попал, видали, да? Не умереть бы сейчас с этого прыжка еще, если честно. Да хватит грены уже раскидывать. На. Аллилуйя. Если я сейчас опять здесь сдохну, я тогда вырежу момент, как я бегаю тут. Минус. Так. Еще. Да иди нахуй, сука! Я... Блять, как он меня убил, я не понимаю. Я не понимаю. Наконец-то это сделал, кстати, со второй или третьей попытки. По-моему, с третьей. Я опять до сюда дошел. На этот раз я буду осторожнее. Осторожнее, чем во все те разы. Так, по патронам опять ничего нет здесь, кстати. Так, теперь они там. Минус 2 дал. Еще минус 1. Так, я не знаю, что я делаю, но... Я немного так продвигаюсь. Ай! Спокойно. Минус. Высанные дауны, хватит гранаты уже кидать! Нет, 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 только не умирай. Треворс, да блядь! Парни, я так больше не могу. Как мне это проходить, если меня закидывают ебаными гранатами просто? Меня закидывают гранатами, союзники не идут, а меня убивают на открытом пространстве. Не, парни, хватит с меня. Пошла эта игра в жопу. Серьезно.